Югорские студенты представили регион на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в Саратове. Активисты из высших учебных заведений округа выступили на большом концерте главного молодежного фестиваля с региональной программой. Эта конкурсная категория считается флагманской, так как в ее подготовке участвуют представители всех направлений фестиваля. К шоу под интригующим названием «Все начинается с…» подключились больше 30 человек. Среди них танцовщики, актеры, певцы и модельеры. За 40 минут выступления большая творческая команда рассказала зрителям несколько историй о любви. Конкурсные смотры продолжаются и сегодня. Свое мастерство на большой сцене продемонстрируют лучшие театралы, музыканты и модельеры со всей страны. В югорской делегации 70 студентов из нескольких муниципалитетов округа, в их числе Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Это победители окружного этапа «Студвесны». Всего северные студвесмены представят зрителям 34 творческих номера. Итоги фестиваля подведут в последний день весны на главной сцене Саратова.